Всем привет! Меня зовут Алексей Лукин, и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о том, как и где скачать оригинальный образ Windows 10. Почему именно Windows 10? Потому что на момент записи видео Windows 10 является самой последней версией из семейства операционных систем Windows. Почему поднимаю этот вопрос? Потому что когда многим людям возникает необходимость где-то ее достать, люди обращаются на различные торренты или непонятные сайты и скачивают некие сборки, которые были пересобраны какими-то людьми, что-то было выброшено, что-то добавлено, и как они преподают, что это лучше, чем оригинал. Я считаю иначе, что лучше оригинала ничего нет, и что для максимально комфортной работы необходимо использовать именно оригинал. Так вот вопрос. Где можно достать сейчас оригинал и быть в этом спокоен? Как ни странно, оригинальный образ Windows 10 можно скачать с официального сайта Microsoft. Как его там найти? На текущий момент это очень просто. Достаточно в одном из поисковиков, либо Google, либо Яндекс, ввести запрос «Скачать Windows 10». И как видим, я ввел в Гугле, буквально первая же ссылка мне предлагает завантажение образу диска Windows 10. Переходим. И нам открывается официальный сайт Microsoft, на котором предлагается завантажить Windows 10 и некоторые способы, как это можно сделать. Так же самое, если мы введем это в Яндексе, мы получаем те же ссылки на Microsoft. Завантажить мне Windows 10. И даже в Яндексе можно увидеть немножечко ниже. Скачать Windows 10. То есть русскоязычный вариант. Так просто, так как я из Украины, мне по умолчанию предлагают украинский вариант. Но если тут я чуть-чуть подправлю ссылочку, я сразу тоже попаду на русский вариант скачать Windows 10. То, что я сейчас вам показывал, у меня в адресной строке, не переживайте, я вам под ссылкой на видео я скину ссылку именно на этот вариант, на русский, чтобы вы не переживали. Итак, мы на официальном сайте Microsoft. Скачать Windows 10. Много разного текста, каких-то кнопочек, ссылочек, что нам сделать. Пролистываем ниже. Обновить сейчас. Это нам не нужно. Неважно, у вас Windows 7, Windows 10 или что угодно. Нас это не нужно. Хотите установить Windows 10 на компьютере? Да. Вот это нужно. Необходимо скачать средства сейчас. Нажимаем. Media Creation Tool. Его скачиваем. Ждем, пока скачается вот эта вот небольшая утилита размером 17,5 мегабайт. После того, как она скачается, нам ее нужно запустить. И вот она будет заниматься скачиванием нужного нам образа. Все, скачалось. Запускаем. Да, запустить. Запустилась программа. Выполняется некоторая подготовка. Небольшое время ожидания. Как обычно, принять. Так, что вы хотите сделать? Обновить этот компьютер сейчас или создать установочный носитель? В данной ситуации выбираем создать установочный носитель. Далее. Так, настройки, что мы хотим скачать? Убираем эту галочку, и тогда мы можем настраивать язык. Как видите, море языков, и русский, и украинский. То есть, если мы бы скачали украиноязычную версию, нам не было бы проблем выбрать здесь снова русский, если нужно. Выпуск Windows 10. Windows 10 Pro, либо Windows 10 домашняя. В зависимости от того, какая у вас была на компьютере, например, то желательно выбирать. И архитектура. 32 разряда или 64 разряда. То есть это можно выбрать. Выбрали то, что вам нужно. Нажимаем снова «Далее». Это предупреждение. Убедитесь, что выпуск соответствует тому, который установлен уже у нас. Это для чего нужно? Так как это оригинальный образ,
он внутри себя уже ключ не имеет, как это в некоторых там репаках и прочее-прочее, что вы поставили систему, она уже активированная. Но если у вас уже стояла Windows 10 на компьютере нужного выпуска и потом слетела, вы можете поставить эту же Windows 10 на свой компьютер, если не меняли никаких внутренностей, она определит, что она уже здесь стояла, и активируется без особых проблем. Вот для чего это важно. Выбирать Windows 10 Pro, либо Windows 10 Home. Нажимаем ОК. И что он нам предлагает? Либо сразу на флеш-память записать, для этого нужно будет выбрать, либо ISO-файл. Это файлик образа, который мы потом можем записать на DVD-диск и использовать для установки. То есть кому как удобнее, кто-то еще использует диски, кто-то флешки. Выбрав ISO-файл, нажимаем «Далее». Появляется стандартное окошечко, куда нам сохранить. На какой мы хотим диск. Выбрали Windows, например, Windows 10 x64. И нажимаем «Сохранить». И пошла закачка. После этого нам останется только дождаться, когда дойдет до 100%. И мы будем иметь на своем компьютере образ оригинальный Windows 10, который можем записать на DVD-диск и потом использовать для установки на компьютере. Вот таким простым, нехитрым способом мы можем получить оригинальный образ практически на любом языке и любого разряда, и 32, и 64. Надеюсь, эта информация вам покажется полезной, и вы будете качать образы именно оригинальные, для того, чтобы пользование компьютером доставляло вам удовольствие, а не создавало множество непонятных лишних проблем. Больше информации вы всегда можете найти на моем сайте alexeyworld.com. Спасибо за внимание. До свидания.